Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы с вами познакомимся с молитвенным опытом нашего гостя. Мы обратимся к словам Священного Писания и, конечно же, будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу, и прочтем те, которые вы пришлете во время этого эфира. И предлагаю в самом начале попросить у Бога благословений. Помолимся. Отец наш Небесный, слава Тебе и хвала! Мы так Тебе признательны, мы так Тебе благодарны за дар жизни, который имеем от Тебя, за этот день, который Ты нам подарил, за наступающую субботу и за возможность сегодня вновь и вновь рассказывать о Твоей милости, о том, как Ты отвечаешь на молитвы людей. Благослови, пожалуйста, этот эфир, и пусть все, что будет сказано здесь, на этом месте, пусть будет для Твоей и только Твоей славы, любящего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Прямо сейчас вы можете написать ваши молитвенные просьбы, а также слова благодарности нашему Богу внизу под этим видео в строке комментариев. Если удобно, вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы прочтем их в прямом эфире и передадим обязательно в наши молитвенные группы и будем молиться о них. И еще, если вы находитесь в округе Сакраменто или на близлежащей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей программе, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Мы верим, что и этот эфир станет благословением и для нас, и для тех, о ком мы будем молиться. Ну а сейчас пришло время представить гостя сегодняшней передачи Максима Давидюк. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе, прежде чем вы расскажете свой молитвенный опыт. Откуда вы родом? Я родом с Украины, город Одесса. О, город Одесса. Угу. Сегодня, уверен, будет интересный, может быть, даже с юмором опыт, да? Одесситы любят шутить. Да, мы любим шутить. Всегда с чувством юмора подходим к любым вопросам. Отлично. Это как-то уже вдохновляет еще больше. Хорошо. Как давно вы здесь? Приехал в конце апреля. Да, почти 5 месяцев уже. Даже 5. Да, 5 месяцев, как в Сакраменто нахожусь. Приехал сюда со своей девушкой, сейчас она уже моя жена. Ну, слушайте, ну, пять месяцев, каких благословенных. Да, да. Создалась семья. Более того, вас сразу заметили. Здесь у нас в церкви, да, так получилось. Но обо всем по порядочку. Да. Я хочу спросить, считаете ли вы себя человеком активным? Ну, не знаю, могу ли я сам себя хвалить или о себе говорить, но я стараюсь проявлять себя, да, в служении, в церкви, в других вопросах жизненных, да, потому что мне нравится что-то делать, действие всегда приводит к какому-то определенному счастью, я бы так сказал. Просто вы здесь 5 месяцев, но почему я и сказал, что вас уже многие заметили и знают, потому что я Богу благодарен, во-первых, и вам, то, что организовано такое молодежное движение, да, LED в нашей церкви. Но, к сожалению, я еще к вам не попал, но по отзывам классная передача. Да. В смысле, классная программа. Служение такое, служение, да? Да. На молодежном формате. На самом деле мы организовали уже 2 субботы. Сегодня, завтра будет 3-е уже служение. Но этот проект начался еще с Украины. В Одессе я его организовал как LED, потом это переросло в церковь. Также еще организовал молодежные конгрессы наши христианские в Одессе на 700-800 человек со всей Украины. Молодежь сидела не только с Украины, а вообще из разных стран. Поэтому музыкальную группу организовывал, был миссионерским руководителем, молодежным руководителем. В общем, много всего, что приходилось делать. Да. В общем, вы такой с двигателем в сердце, да? Да, да. Ну, да, не могу как-то сидеть. Видите, приехал и сразу тут уже что-то начал делать. Я рад, что по наследству нашей церкви передалась эта программа «Молодежное движение LED». Да. Скажите, что дает вам
вот, желание идти, двигаться, трудиться, вот, что вас мотивирует? Ну, с одной стороны, я с детства в церкви и, скажем так, вырос на основах христианского мира, нашей церкви адвентистской, и у меня на самом деле мама моя, она очень сильный лидер духовный, она служитель церкви, и с самого детства практически я нахожусь в служении. Вот, да, то есть у меня мама организовала в Украине 8 церквей. Сама, точнее, со мной, я как ребенок с ней ездил, да. Она ехала в то место, где не было ни одного адвентиста, целый год там находилась, организовала церковь 20-25 человек, потом приезжал пастор. И я каждый год на протяжении 9 лет своей жизни, ну, школы, с 7 лет там, до 15, каждый год переезжал. И у меня была новая школа, новая жизнь, новые люди, но после каждого отъезда мама организовала церковь. И поэтому по сегодняшний день моя мама служит, занимается служением. Наверное, это передалось в первую очередь от нее, что все-таки служить для Бога – это, наверное, что-то прекрасное такое, вот, которое вот тебя переполняет и дает вдохновение, силы. И мне кажется, что этого мне и передалось от мамы, и поэтому служение для меня не просто как галочка, как выполнить то, что тебя попросили сделать, а это как жизнь, я как бы проживаю. То есть я прям проживаю эти процессы, и я проживаю вот это состояние, когда вижу, как люди меняются в процессе каких-то определенных действий в служении, да, как меняется общество. Это, ну и, конечно же, я меняюсь. Вот, поэтому тут оно как-то в сумме все объединяет. Слава Богу, удивительно, удивительно. С переездами каждый год я знаю, что служители, которые переезжают довольно-таки часто, это травмирует детей. Но вот Бог как-то о вас позаботился. Может быть, это мама что-то для этого делала, я не знаю. Но что вот так это вас, наоборот, вдохновило. Слава Богу. Значит, получается, вы родились, можно сказать, уже в христианстве, так сказать, да? То есть вас христианство окружало. Кто больше всего повлиял на становление вас как молитвенника? Конечно же, мама. Мама. Да, мама, она меня очень любит молиться, много молится. И, конечно же, если бы моя мама сидела на этом месте, я не знаю, какое бы количество бы она опыта бы здесь рассказала, вот, что, ну, со мной или, ну, не сравнить вообще. Поэтому мама в каждый шаг, любое действие, она всегда идет с молитвой. Даже вот могу просто простой пример привести. Я когда приезжаю в Польшу, например, мы садимся в машину, молимся. Приезжаем в магазин купить продукты, садимся обратно, и мама говорит, снова молимся. Вышли на заправку заправиться, сели обратно, мама говорит, помолись, чтобы Бог благословил. И так на протяжении всего дня. Я не знаю, сколько раз мы молимся за день, чтобы Бог был всегда рядом. Поэтому вот такая... Да. Мама, получается, живет в Польше? Мама уже сейчас живет в Польше, да, она совершает служение там, в конференции, в унионе. Вот, группа миссионерская есть такая, организованная официально при церкви. Группа миссийная Чайни Лови, так и называется, поэтому... И она сейчас развивает санаторий христианский. Понятно. То есть молитва, получается, сопровождала вас с самого детства, вы к этому привыкли, мама всегда инициировала, и, наверное, уже вошло ли это в привычку, или это стало частью вашей жизни? Вы знаете, с одной стороны, вот такое мамино проявление духовное в моей жизни в плане молитвы, да, когда я был в детстве, я подчинялся как бы ее вот предложениям, да, вот. Но потом, когда я вырос, то мне показалось в какой-то определенный момент, что это как будто не мое. Ну, так знаете, вот скажем так, что ну, столько молиться, столько вот так доверять Богу. И поэтому в какой-то момент я переживал этот опыт своей жизни, да, чтобы... Личный опыт, чтобы вновь научиться на молиться так, как вот, как должно быть, как общение с Богом, да, что ты просто общаешься, ты не делаешь это как вот надо. Вот мама сказала, да. Поэтому какой-то определенный период мама меня воспитывала, потом я переосмыслил это все в своей жизни, был такой трудный, может быть, период, а потом я понял, что все-таки молитва – это одно из фундаментальных таких вот вещей для христианина и вообще для твоей счастливой жизни. Аминь, аминь. Спасибо большое. Ну, а какой молитвенный опыт вы решили сегодня рассказать у нас на передаче? Да, я вот думал, есть несколько опытов, один расскажу, который вот остался в памяти и как вот такой момент проявления Божьей силы, да. Вот, он состоит из нескольких таких событий, я постараюсь вкратце рассказать. Так как моя мама занималась служением, и я переезжал, и мы были в тот момент, это был 98 год, мне было тогда 10 лет, мы были в Березовке, это Одесская область.
И моя мама ездила на посещения разные, соседние села, потому что находились люди. Это районный центр Березовка, а были села рядом. Вот. И в один такой прекрасный день моя мама решила поехать на посещение в семью, где муж уже принял крещение, а жена не сильно хотела и сопротивлялась всему. Но муж маму приглашал: приезжай, поговори. Вот, может быть, этот. И в один прекрасный день она согласилась начать уроки, так говорит Библия. И вот мы, я, мама и женщина, которую мама привела уже в церковь, она приняла крещение, решили поехать на посещение. И так получилось, что вот эта женщина, Светлана, говорит: слушай, с нами еще поедет там один знакомый, который мне позвонил, что он там живет, он как раз туда едет. И вот мы сели на автобус. Автобус ехал в село, в другое село, потому что в то село, в которое нам нужно, автобусы не ходили. Это был 98 год, поэтому они ездили только между большими селами. И мы должны были доехать до этого села и пройти 7 километров пешком, для того, чтобы, 7 километров, для того, чтобы просто посетить семью. Вот. А потом 7 километров обратно. А потом 7 километров обратно на автобус и обратно в Березовку, да. Вот. И мы пришли на автобус, подошел тот брат, ну, точнее, тот человек знакомый, который вот был Светланы, вот, и мы поехали. Мы доехали до этого села, вышли, и нам 7 километров идти пешком. Так получилось, что с нами вышел еще и православный священник, так оказалось, да. Вот. И мы все дружненько так вот пошли по этому полю. Между селами было поле, никаких деревьев не было, никаких укрытий не было. Ни лесопосадки, ничего. Ничего, просто поле, максимум какой-то ставок был еще по пути у нас. И получилось так, что идет я, моя мама, это Светлана, вот этот мужчина, как оказалось потом, что он пастор одной из церквей. Вот. Протестантской церкви, да. И еще, как оказалось, в процессе нашей ходьбы, что был еще с нами православный священник из маленького села. И вот мы все дружненько идем. Особо так не было такого прям общения, чтобы кто-то о чем-то говорил. Каждый шел, моя мама со Светой общалась, те шли, что-то себе общались, я сам себе шел. И в один момент, через 3,5 километра, мы смотрим, как от одного края до другого, так как это было пустынное место, местность, смотрим, надвигается туча, огромная такая туча. И она приближается и приближается к нам. И она настолько была черная, угрожающая, с молниями, с какими-то громами. И мы понимаем, ну, точнее, я понимаю, что у нас негде спрятаться. Нет остановки, нет дерева, нет ничего для того, чтобы скрыться от тучи, которая идет на тебя. Я еще один такой момент запомнил, 97-98 год, именно эти года, как года, когда очень часто шел град. Вот прямо никогда я такого не видел, ни до, ни после. Град был постоянно, почти каждая туча — это град, вот с яйцо или почти с яйцо. Постоянно новости, что у всех крыши пробиты и так далее. И мы подходим, и я, моя мама даже говорит, я тогда сама иду, смотрю на наших людей, с которыми мы шли, что они тоже испугались. У них тоже был страх на глазах, потому что как укрываться? У всех было тоже ощущение, что еще град пойдет, и этот лед будет по голове бить. Я подхожу к маме и говорю: мам, мне страшно, я боюсь. А моя мама наклоняется ко мне и говорит: сынок, а когда страшно, что надо делать? Я говорю: молиться. Она говорит: ну тогда давай молиться. И она поворачивается к нашим спутникам и говорит: слушайте, давайте молиться, потому что, ну, у всех страх появился. Туча надвигается, и сын испугался. И она говорит: давайте сейчас помолимся, чтобы Бог нас защитил, потому что нет выхода из этой ситуации. Что будет дальше, какая буря произойдет. А дождь еще не начинался. В этот момент, когда мы уже становимся на молитву, в этот момент начали вот так вот капли легкие лететь, потому что туча уже почти над нами нависала, уже вот так вот. И начали легкие вот эти капли вот так лететь. И мама говорит: давайте молиться. И моя мама обращается ко мне, мне 10 лет, говорит: сынок, молись. Я начал молиться. Я, конечно, не помню дословно, конечно, свою молитву, да, как это все звучало, но я помню, что я молился с таким искренним сердцем.
так просил Бога, говорю: «Боже, пожалуйста, защити нас, будь с нами, не оставь нас». И я еще помню, как я говорю: «Господи, уведи эту тучу от нас, чтобы нас это не настигло, чтобы мы могли спокойно дойти до нашего дома, нам некуда бежать». И с таким вот искренним надрывом я молился. Я еще помню, говорю: «Господи, эту тучу забери как-то, унеси куда-то». Вот. И вот мы молились, да, я там не знаю, сколько я молился, но достаточно продолжительно, потому что я с таким вот надрывом к Богу кричал, чтобы Бог нас защитил. И я заканчиваю молитву, и больше никто не начал молиться, только я один. Вот. И в этот момент, когда уже я чувствую, как легкие капли касаются где-то нашего тела, мы просто разворачиваемся и начинаем... Продолжаете, да, продолжаем идти. Но в этот момент, когда я закончил молитву, православный священник говорит: «Я никогда не слышал такой молитвы ребенка. Никогда». То есть в этот момент. Потому что он так уж, я никогда не слышу такой молитвы. И в этот момент мы разворачиваемся, начинаем идти дальше. Легкие капли как бы еще летят. Совсем буквально вот. И в этот момент, через 2-3-4 минуты, мы смотрим на небо, которое вот так вот перед нами черное, как от края до края. Мы смотрим, как начинает по центру, вот прям как наша дорога такая идет. Смотрим, как начинают появляться белые такие пространство. Светлое пространство. Да, светлое небе. Вот так вот пространство начинает появляться. И в этот момент, как моя мама сегодня говорит, я смотрю, а тучи с такой силой начали расходиться в разные, влево и вправо, с такой силой, говорит, что мы смотрим, ветер просто эти тучи настолько разносит, и перед нами появляется вот практически чистое небо. То есть таким... Получается, слева и справа. Да. Тучи остались, они раздвинулись, да? Они раздвинулись, да. И в этот момент, когда смотрит этот православный священник и второй пастор другой деноминации, вот, смотрят на это все, они настолько были в шоке, вот моя мама сегодня мне еще говорит, настолько мы были в шоке, что они не могли поверить, что небо расходится прямо перед нами. Вот, он подходит к моей маме и говорит: «Я не могу поверить, я всю жизнь в церкви, но я никогда не видел, что по молитве ребенка может раздвинуться небо». И в этот момент прекращается дождь, то есть где-то через 5-7 минут, вот практически, уже он прекратился. Но у вас нет, там-то, наверное, да, есть. Да, у нас его нет, а слева там такая стена стоит, то есть где-то так вдалеке чуть-чуть, да, то есть где-то там с полкилометра вот так стена стоит. И вот ту сторону стена, там легкий такой холм был с правой стороны, да, у нас, и поэтому... И мы смотрим, что слева-справа где-то там в полукилометрах идет дождь, а вот в нашей раздвигается небо, появляется практически синее небо. И в этот момент подходит этот православный священник, подходит второй тоже пастор, и говорят: «Мы не можем поверить, что Бог совершил чудо». Мы доходим до этого села 3,5 километра, сухие полностью. Тучи были слева и справа, дождь шел слева и справа, молния сверкала, гремела слева и справа. Мы полностью доходим до этого села сухие. Вот. Но в этот момент, когда подошел этот пастор, говорит, что я никогда не верил, не могу поверить, и говорит: «Я хочу узнать, кто вы, что вы». И он сам начинает расспрашивать маму про то, откуда чем она занимается. Вообще, чем, да, что за вера у вас? Что за вера? Что, как так? И моя мама начинает рассказывать, так как у меня мама была по факту служитель. Вот, она начинает, естественно, рассказывать, делиться. И они весь этот путь доходят в общении над темой Бога, Слова Божьего и так далее. Его настолько это все затронуло, что он предложил на следующий день встретиться. У нас на следующий день мы встречаемся с ним, точнее, моя мама встречается с ним и проводит с ним беседу. Он говорит: «Я хочу изучать так уроки, так говорит Библия, я хочу изучать». Да, вот, что? Да. Хотя это человек, который всю жизнь в церкви. Мама говорит: «Хорошо, давай». Мы уезжаем снова, приезжаем через неделю. Вот, мама моя с ним встречается, там, по-моему, или в субботу это было, или в воскресенье, уже не помню. Встречается с ним, рассказывает ему истину, скажем так, с адвентистской стороны, в то, как мы ее видим, как мы понимаем, как Бог описал в слове, да. Вот, и там и суббота, и другие какие-то вопросы тоже они там обсуждали. Я там не был, не присутствовал, поэтому я знаю, что моя мама вернулась и сказала, что он принял весть, и он принял все, что вот я ему говорил, он все полностью принял. Слава Богу. Вот, и сказал, говорит: «Я хочу следовать, я хочу вот принять, я принимаю все, что ты сейчас говоришь, и я хочу вот жить так, как вот ты мне говоришь, да». Вот, и получается так, я уже заканчиваю, получается немножко такая вот история, что он принимает решение,
Вечером это было. Моя мама уходит в эту семью, где муж уже принял крещение, жена еще шла. Ну, куда вы как раз приехали. Да, как раз куда мы на посещение ехали. Вот. И ночью он вечером ложится спать, но не засыпает. И думает обо всем. И думает над тем, что... Как же я сейчас вот это все... Ну, он думает над тем, что... Я всю жизнь вот в этой, в этой вере, да, верю вот всю жизнь вот так вот. Я строил этот молитвенный дом. Получилось, что то село, в котором моя мама пришла, были все другой деноминации, да. И только вот единственный мужчина при крещении стал адвентистом, и вот как раз его жена к этому шла. И он говорит, как это я всю жизнь строил эту церковь, я всю жизнь вкладывал туда силы, я всю жизнь это все развивал, все село, все делал, и сейчас я... Вот это все оставлю и пойду в нашу церковь, то есть то, что он принял решение, да. И он размышлял всю ночь, и на следующий день встречается с моей мамой и говорит, Валентина, я всю ночь думал, но я принял решение, что я не оставлю. Я не оставлю то, к чему я всю жизнь, то, чем я всем занимался, строил молитвенный дом и так далее. И мама говорит, хорошо. И уходит. И через день получает звонок о том, что он умер. Угу. Вот. И на похоронах эта женщина, вот этого мужчины нашего адвентиста, принимает решение, что хочет принять крещение, потому что она узнала эту историю, и она хочет дальше идти с Богом. И в итоге получается, что моя молитва совершила чудо, чудо природы, которое затронуло людей, которая в итоге сыграла как бы определенный какой-то момент в жизни каждого человека. Да, но мы не знаем, конечно, как, что думал вот этот человек, почему вот почему так произошло, мы не можем поставить, конечно, точку, да. Но знаем, что его коснулась. Вот. А там уже все это, конечно, в руках Божьих. Но меня удивляет вот то, что все-таки ребенок вот по-детски помолился, Бог услышал, чудо такое совершил, и это чудо повлияло на жизни других людей. Да. Слава Богу. Спасибо большое за этот опыт. Вот, пускай Господь благословит вас и то село, и тех людей, потому что я думаю, что в том селе многие узнали и о Боге, и о вере, и о том чуде, которое Бог совершил, отвечая на молитву ребенка. Спасибо вам, спасибо большое, Максим. Спасибо вам. Да, друзья, так вот слушаю молитвенный опыт Максима. Знаете, восхищаясь, и при этом думаю, в чем сила той детской молитвы, которая раздвинула небо в прямом и в переносном смысле? В словах? Но эти же самые слова может произнести кто-то другой, но результата не будет. Невольно приходят на память слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Марка, мы прочтем. Помните, что он говорил о детях? Когда ученики не пускали детей к Иисусу. Мы читаем Евангелие от Марка в 10 главе. «Пусть дети приходят ко мне, не препятствуйте им, ибо Царство Божие для таких, как они». А потом добавляет, поверьте мне, кто не примет Царство Божие как дитя, не войдет в него. Что же такое есть в детях, что зачастую теряется у нас, взрослых? Уверен, вы знаете. Да, искренность и открытость маленьких детей умиляет. Их простодушная, притом сильная вера поражает. Но еще больше потрясает, на первый взгляд, наивная или детская вера у взрослых людей. Вы встречались с такими? Я предлагаю мысленно представить перед собой
Иисуса, сына Навина, после того, как он перенял у Моисея эстафетную палочку лидера. Вот каким вы его видите? Каким его представляете? Мужчину в рассвете сил? Сильного и храброго воина? Да, вы знаете, я тоже представляю его таким мужественным человеком. Но интересно, наступает момент, когда и он, ну, так сказать, впадает в детство. Ну, а как это еще назвать? Послушайте, пожалуйста, его молитву, которая записана в книге «Иисус Навин», 10 глава, 12 стих. «Возвал Иисус Господу и возгласил перед всем народом: солнце, стой над Гаваоном или Гивоном, и луна, замри над долиной Иолонской». Солнце, стой, луна, замри. Но что за детство, спросит несведущий в вере человек. По законам вселенной это невозможно, продолжит он. А вот Иисус Навин знал, что для Бога все возможно, и по-детски верил, что Небесный Папа поможет ему. И мы с вами читаем дальше. «И остановилось солнце, и замерла луна, пока не свершил народ воздаяние врагам своим». Никогда раньше и никогда с тех пор не бывало, чтобы внял Господь такой просьбе человека. Хотя, конечно, он отвечал, Господь, но чуть по-другому, например, Езекии. Друзья, не кажется ли вам, что вот здорово оставаться всем нам в какой-то мере детьми? Может, в этом и есть сила наших молитв? Может, это и есть как раз доверие в принятии воли Небесного Отца? А вы сами, друзья, что об этом думаете? Ну а сейчас, друзья, я хотел бы, чтобы мы совершили общую молитву все вместе. И эту молитву совершит наш гость Максим. О тех просьбах, которые пришли к нам на протяжении недели, помолитесь, пожалуйста. Дорогой Небесный Отец, я очень благодарен за такое прекрасное общение, за то, что мы вспоминаем о том, какие ты чудеса совершаешь в нашей жизни, насколько ты великий Бог, для которого нет ничего невозможного. Все, что нам нужно, это прийти к тебе, склонить голову и сказать: «Господи, ты веди, ты знаешь, как лучше для меня, ты знаешь, куда я должен идти». И научиться доверять — это, наверное, одно из таких важных моментов твоей жизни. Доверять тебе во всем, верить тебе и надеяться, что ты нас будешь вести до конца. Прошу тебя также о тех нуждах, которые сейчас прозвучали, о тех нуждах, которые есть в жизни каждого, кто сейчас смотрит эфиры, кто будет смотреть. Ты видишь, Господи, сердце, ты знаешь, ты чувствуешь ту боль, те переживания. И просим тебя, чтобы ты был рядом, чтобы каждый мог сейчас прийти к тебе, обратиться и сказать: «Господи, вот я, веди меня, помоги мне, благослови меня». Также благодарю тебя за то, что ты есть в моей жизни. Боже, прошу тебя за тех людей, которые сейчас страдают в Украине, кто переживает войну, кто остался без родных, близких, кто остался без жилья, по другим причинам, будь рядом с ними. Тех, кто болеет, тех, кто по другим причинам сейчас переживает трудные времена, чтобы ты был с каждым. За тех, кто находится сейчас в России, просим, Господи, и о них, чтобы ты был рядом с теми людьми, чтобы ты, Бог, закончил своей сильной, могучей рукой эту войну, и чтобы был мир в каждом доме, в каждой семье. Я благодарю тебя и верю, что самое лучшее, что может быть, это следование за тобой и доверие тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Большое спасибо, Максим, и за молитву,
и за этот опыт, которым вы поделились, чудесный опыт, который наверняка вот как-то вас вдохновляет на протяжении всей жизни. Да, да. Это чудесный опыт. Слава Богу. Да, слава Богу. Спасибо. Спасибо большое. Благословит пускай Господь вас, вашу молодую семью, и пускай приумножает вот эти молитвенные опыты в вашей жизни. Спасибо большое. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я очень благодарен Богу и вам за время, проведенное вместе, и за молитвы, которые вы будете совершать в личных своих молитвах, вспоминая эти просьбы, о которых мы вам сообщили. Еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-81-82. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу вечером в 7 часов по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь благословит, хранит вас и укрепит вас в вере.